Люберецкие народные избранники утвердили делегатов в молодежный парламент Московской области. Накануне в здании городской администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов округа. Подробности в нашем сюжете. В начале встречи народные избранники заслушали доклад об установлении значений корректирующих коэффициентов, учитывающих местоположение земельного участка на территории городского округа. Этот документ был принят депутатами единогласно, после чего участники заседания утвердили положение, в котором прописан порядок вырубки зеленых насаждений в муниципалитете. Хочу для наших жителей подчеркнуть, что в данном положении впервые используются правила проведения кронирования и обрезки деревьев кустарников. Это тот вопрос, который всегда очень остро стоит. Также на встрече народные избранники утвердили кандидатуру делегата в молодежный парламент Московской области. Согласно региональному закону, теперь люберчанину Евгению Благолеву предстоит в течение 2 лет представлять интересы нашего муниципалитета. От каждого муниципального образования Московский областной молодежный парламент делегируется один представитель. Это наш люберчанин, выпускник гимназии 43 с отличием. Присаживайтесь. Студент высшей школы экономики, без экзаменов поступил. Активный наш участник всех молодежных движений нашего городского округа. Также в ходе встречи народные избранники рассмотрели вопросы благоустройства, культуры, спорта и ряд других тем. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.